ворота. Вы смотрите, какая замена и как здорово все сделал только-только появившийся на поле игрок французского Лиона. Как, впрочем, и третий номер, который отдал ему. Да, то есть два человека, которые только-только вышли на поле. Комбинация. Диего Марадона грозился в нарушении регламента выпустить на поле, сразу полностью поменять весь состав. Заменил трех игроков, и они все сделали. Вы смотрите, и между ног пропускает Акинфеев. Ну, что делать? Тут как-то сложно винить нашего вратаря. Слишком уж близко бил игрок. Не смогли помешать защитники. И действительно, Папа сделал передачу из клуба Велес Сарс.